Причем сегодня в Нью-Йорке, прямо в Манхэттене, 7-я авеню, вот туда где-то примерно 7 кварталов Таймс-сквер, 7 кварталов в обратную сторону, уже бы там видно Центральный парк, хорошее местечко. Немножко далеко от аэропорта, прилетели вчера в 1:00 ночи в наш отель. Где-то там на 16 этаже я ночую, прилетели в 1:00 ночи. Сегодня в 6 вылетаем, и уже за 1.5 часа нужно ловить машину в аэропорт, потому что трафик. Sheraton отель, Times Square называется. Пошел, взял доброт себе с моего любимого местечка, которое тут рядом находится. Сейчас быстро перекусим по походному и на работу. Так вот, вызываем лифт. Лифт номер L1. Вот L1. В лифте нет кнопок, просто на тот этаж меня поднимет, куда я сказал. На нашем этаже 16 этаж, такой старый отель. Так, что-то я не туда пошел. Даже не посмотрел. Такой тур отель в Нью-Йорке. 16 этаж, не лучшие комнаты, мы обычно выше находимся, но вчера нас посадили на этот этаж, так что не люблю я на этом этаже быть, потому что очень твердые кровати здесь, матрасы очень твердые, не люблю на твердом матрасе спать, потому что сплю на боку, плечо начинает болеть к утру. Сейчас дойдем, покажу шахаромы. Еще особенно осталось это полчаса поесть и на работу. Сегодня летим в Лас-Вегас с остановкой в Чикаго. Вот такой вот небольшой, как видите, уже бардак. Пришлось использовать два тоненьких одеяльца, потому что очень холодно было. Я сделал себе кондиционер. Люблю спать, когда холодно. Ну и, конечно же, вид. Ой, здесь вид из окна. Ну, примерно такой. На крышу и кондиционеры. Конечно, было прикольно быть повыше. Бог с ним. Не первый раз. Переживем как-нибудь.